Ух ты, ребята, посмотрите, сколько в лесу выросло клюквы. Ух ты, вот насобирать бы мне ребятам, а? Жаль, корзинку не взяла. Нужно что-нибудь придумать. Эх, так хочется угостить ребят. Такая вкусная ягода, это клюква. Ребята, вы не знаете, куда можно насобирать, если нет корзинки? Пакетик? Ну, пакетика у меня тоже нет. Сумочку? И сумочки нет. У меня есть только велосипед. А, багажник, точно. У меня у велосипедика есть багажник. Сейчас я туда и насобираю. Приеду Катя с Максом, обязательно угощу их этой вкусной-вкусной ягодкой. Третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая. Ой, восьмая улетела. Восьмая, девятая, 10 ягодок. Ух ты, сколько ягодок влезло мне в багажник. Я хотела бы насобирать еще, тут здесь много их вообще. Эх. Мне влезло только 10 ягодок в багажник. Мне кажется, этого будет мало. Ребята, вы не знаете, куда еще можно насобирать ягоды? Ага, точно, у меня же есть большая шапка. Туда у меня влезет, наверное, даже больше, чем в корзину. Ну что, ребят, попробуем насобирать целую шапку ягод. Так, ну посмотрим, сколько ягодок влезет ко мне в шапку. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ух ты, ребята, здорово, спасибо, что подсказали. Столько ягод сейчас Катя с Максом отвезу, вот они обрадуются. Привет, девчонки, это опять я к вам закатилась. Ой, а где Макс? Ух ты, Машка приехала. А Макс с мамой ушли в магазин. Ну что, Катя, Еве, принимайте тогда подарочки из леса. Ух ты, Маша, а что это такое за ягоды? Катя, Еве, это очень вкусная и полезная ягода, растет в лесу. Я пока к вам ехала, наткнулась на такую большую поляну. Там много-много таких ягод растет. Это клюква. Попробуйте, вам очень понравится. Фу, Маша, да она же кислая. Фу, кислятина какая. Как ее можно есть? Она такая кислющая. Ой, девчонки, совсем забыла. У вас есть дома сахарный песок? Клюкву можно есть с песочком. Будет очень сладкая и вкусная. Маша, совсем другое дело. Ням-ням, очень вкусно. Маша, спасибо большое. Очень вкусная ягода твоя клюква. Пойдем, что ли, во двор, блоки покатаемся. Отличная идея, пойдемте. Ух ты, Катя, Еве, какая у вас большая, здоровская горка. А поехали за паровозиком все вместе. Ух ты, как весело, поехали. Ну что, ребята, пока. Подписывайтесь на канал и смотрите новое видео на канале Даринелка. Давай, Катя, я тебя ловлю.